Короче, первый вопрос. Ввели 1.0, 1.2. Что произошло и как это вообще можно объяснить? Первый в большей степени, второй тоже. Потеря концентрации в нужный момент. То есть там конкретно был в первом эпизоде розыгрыш. Наши игроки проспали, пошли не те, кто должны были. Потом я не видел, там не помню до конца момент, но... Когда ты встречаешь игрока с мячом, то ты должен быть сфокусирован на, именно на этом футболисте, на мяче. Если мы там на замахе, условно говоря, отворачиваемся, то понятно, что могут быть от этого проблемы. Ну и там, по-моему, через рикошет так и прилетело. Задача, вопрос даже не в том, что через рикошет, а вопрос в том, что до этого проспали момент. Ну а второй гол, по большому счету, тоже. То есть из подбора, если ты получаешь после углового, то это тоже не доиграли эпизод. Достаточно простые моменты и несложные мячи, к сожалению, для нас. Вам не устало вот ходить на какие-то пресс-конференции, оправдываться постоянно за неудачный матч? Значит, такая сейчас участь. А почему сегодня не было заявки французов? Французов мы отправили его тренироваться второй командой, вот, поэтому не было. А по какой причине? Ну, если клуб посчитает нужным, то причину сообщит. То есть, спрашивайте у нашей пресс-службы. Вы сегодня проигрывали и выпустили Сергея Волкова, хотя, возможно, наверное, достанешь нападающего, наверное, нужно было выпустить, по моему мнению. Но мы Волкова выпустили для того, чтобы Бочарова поднять выше. То есть вопрос здесь не в количестве же нападающих, вопрос, условно говоря, в том, как мы можем использовать то пространство, которое появляется. Вот. Поэтому посчитали, что Боча сможет вверху что-то сделать для того, чтобы там смогли забить. То есть это вопрос не в том, что мы там хотели там в пользу обороны там что-то сделать или еще что-то. Просто посчитали, что Бочаров окажется вверху достаточно эффективно. А что сказали команде в раздевалке? Сказал, что вот цена наших очков, потеря концентрации в тот или иной момент и, соответственно, реализация своих моментов. То есть, ну, по большому счету, забивай там в пустые ворота, забивай там, когда сбрасывает к отметке 11 метров. То есть, ну, мы в 40 попали, блин, сколько, 3 раза, наверное, я не знаю. Поэтому, если на что-то каждый из нас хочет претендовать, то понятно, что это, ну, то полнейшая какая-то глупость. То есть, и так бездарно расходовать свои моменты. Причем, сколько работы, не работа над этим, все мячи туда летают и летают, поэтому. А вы чувствуете за собой вину? Результат. Ну, я главный тренер. В любом случае, виноват в первую очередь я. Кирилл Петрович, снова болезнь возвращения сборной. Не пробовали без сборников сегодня сыграть? Ну, они приехали в нормальном состоянии, по большому-то счету. А то, что болезнь, там, я не считаю, что сборники сыграли слабее, чем не сборники. Поэтому точно причина не в этом, на мой взгляд.